Значит, это когда мы подставим все, так вот получается такой вид, который я сейчас закончу. Уже выраженные через физические поля W плюс-минус, фотон А, мю и Z0. Это пока этого нет. Вот это все входит в массовые члены. Это до того, как мы начали раздиагонализовывать массовую матрицу. А учли просто хиксование и переписали через физические поля. Потом из одной. Понятно? А Кабаяши Маскава диагонализация массовой матрицы еще не делает. Вот тут есть члены все, которые описывают дюганское взаимодействие Хиггса с фермионом. И там есть диагональные и недиагональные. Это я. Сейчас буду для наглядности все расписывать, вернее, уже расписал. Значит, вот этого пока нет, потому что эти члены входят в диагональную массовую матрицу, и мы сейчас их получим. Поэтому тут стоит просто кинетический пока член. И все. А взаимодействие со всеми векторными полями написано явно. Значит, вот это один пример, когда здесь стоит член, заряженный ток, усертой Т-квар. И тут дублевой минус. К нему есть, конечно, Армитово сопряжение. И кроме того, аналогичные все члены с другими семействами и лептонами. Ну, например, вместо УД можно взять СС. И можно взять ТБ. Они входят абсолютно одинаково. Понятно? Кроме того, тут есть лептоны, которые точно так же, например, вместо УД на месте У лептона стоит нейтрино, на месте Д электрон. Значит, это будет ню, Е. Потом будет, это будет ню Е. Потом будет мюон, ню-мю, мю, и, наконец, тау. Вот это будет раз, два, три, четыре, пять, шесть заряженных токов. Так, плюс к ним сопряженные. Вот что означают эти точки. Это электромагнитная часть. Она получится в таком виде, и здесь коэффициент будет вот такой. Это электрический заряд в определении. Это тот заряд, с которым фотон взаимодействует со стандартным вот этим электромагнитным током. Сумма по всем флейверам. По всем вот этим. Сумма по F это сумма по всем 5, 2, 3, 4, 5, 6 пар. Так, и наконец вот это для Z0. Вот тут два коэффициента, которые я сейчас напишу в явном виде, они конкретные получаются. Что?
что есть у святыни три. Это не важно. Это вы имеете в виду электрический заряд. Электрический заряд, ну, и все много. Ну, тут надо написать. Ну да, я не совсем. Тут надо написать вот так. Это электрический заряд фермиона в единицах Е. Да, правильно. Ну, какой он есть, такой и есть. Например, у этих лептонов то ли минус единицу надо написать на этом месте, то ли плюс единицу. У нейтрино будет ноль. У кварка будет две трети Е. У Д-кварка минус одна треть Е. Вот это будет означать буква Q большую. Это электрический заряд фермиона в единицах заряда Е. Так, теперь вот эти два коэффициента. Они получаются тоже конкретными. Вы видите, что у Z-бозона коэффициенты при векторном токе гамма-мю и при аксиальном гамма-мю, гамма-5, они разные. А электромагнитный ток, он чисто вектор. А заряженный ток, он чисто левый. Коэффициенты при гамма-мю, гамма-5 или гамма-мю, гамма-5 входят вот только в такой комбинации. Один к одному. А здесь не один к одному. Это разные числа. Значит, ЖА при аксиальном токе равно Т3 левое. Сейчас я скажу, что есть что. ЖВ равно Т3 левое минус 2 Q. Ну, это все с индексом ИТа подразумевается. Для ИТа частиц. Ну, синус квадрат. Значит, что это такое? Раскроем на примере. Например, взяли какой-то фермион. Ну, пусть это будет У-кварк. Так? Значит, У-кварк входит... Левый У-кварк входит в изодублен как верхняя компонента. У него проекция Т3 равна плюс 1/2. Поэтому для У-кварка вот тут надо написать, что это 1/2. Это то же самое Т3. А это будет электрический заряд У-кварка. То есть тут будет стоять 2/3. Понятно? По левым компонентам. Ну и так для всех фермионов. Если это не У-кварк, а Д-кварк, ну так надо подставить, что у него Т3 равно у левого минус 1/2, а Q равно минус 1/3. Вот так эти формулы означают реальную ось. Для электрона, например, электрон нижняя компонента, левая. Поэтому у него Т3 равно минус 1/2, а электрический заряд. Сейчас. Я помню, что у электрона оно должно сильно сокращаться. Поэтому тут у него минус 1/2. Электрический заряд возьмем у него минус 1. То есть Е это заряд протона. Где? А у электрона будет минус Е. Понятно, какая конвенция? Поэтому у электрона Q большое, минус 1. И тут будет плюс 2 синус квадрат Вайнберга. Синус квадрат Вайнберга численно. Это где-то 0,23. Это экспериментально. Ну, почти 0,25.
1/4. Если бы это было 1/4 ровно, это было просто нуль. Но это не совсем нуль, но сильно-сильно сокращается. Поэтому взаимодействие z нуля. Вот эта векторная вершина у z нуля с электроном, она численно очень маленькая. Аксиальная вершина 1/2 нормальное число. Это относится не только к электрону, это относится ко всем трем. И мю и тау. То у них же подавлено, просто так, числа так играют. А ЖА у них нормальная, 1/2. И поэтому в основном Z-бозон связан с этими заряженными лептонами через аксиальный лептон. А этот очень маленький. Для кварка уже не так, потому что заряды у них дробные, 2/3, минус 1/3, и там никаких особых сокращений уже нет. Ну, вот написано ответ. Еще раз повторяю. Это просто мы нашли, как смешивается. Я могу напомнить еще раз. Чтобы вы заряжены, ясно, что определили. А чтобы W3 и поле В смешивались, таким образом, z равно W3 на косинус, минус b на синус. Ну тут везде индекс μ. А потом наоборот. Ортогональная комбинация. B на косинус. Плюс W3 на синус. Вот когда мы это поставим назад в наш Лагранжа, то получится вот то, что тут написано. Взаимодействие Хиггса с фермионом. И там эта матрица, в общем виде, мы ее в прошлый раз обсуждали, она, вообще говоря, не диагональна. Теперь мы делаем ее диагонализацию. То есть, на самом деле, вот эти все поля, которые сюда сейчас входят, они будут у нас со штрихами. Потому что мы сейчас перейдем к другому базису. И чтобы... Ну, условно говоря, к правильному, который диагонализует массовую матрицу, так что получится фермионы с определенными массами. И поскольку мы с ними в дальнейшем все время будем работать, то каждый раз на них писать штрихи мы нет смысла. Поэтому сначала напишем один раз штрихи, после этого сейчас повернем, и то, что получится, это уже будут штрихованы фермионы. В правильном базисе диагональная массовая матрица. Так. Куда я тряпку? Ну хорошо, значит я лишний вытер. Мы говорили, займемся диагонализацией еще раз. Пишем У большое, объединим все три верхних кварка. У, С, Т. И Д большое. Это все три нижних кварка. Д, С, Б. Чтобы сразу все вместе. И вот эта штука, она имеет вид типа D большое, Т
если я уже замкнул Хиггс на среднее, и получились числа, то здесь стоит массовая матрица, какая-то МД ее обозначит. Это 3 на 3 матрица, у нас 3 семейства, но она не диагональна. И то же самое для У. Но эрмитовская. Тут стоят штрихи. Ну, сейчас не важен явный вид этой матрицы. Там стоят какие-то числа. Она не диагональная, в общем. Этих чисел все равно мы не знаем заранее, поэтому они пока и нет смысла их расписывать. Теперь мы говорим, мы хотим это все диагонализовать. Эрмитовские эти массовые матрицы можно диагонализовать. А именно, мы говорим, D' равно унитарной матрице поворота на хорошее D. Такое, что в этом базисе эта матрица диагонализуется. Вот это уже диагональная матрица. Сейчас я ее напишу, она уже тривиальная, конечно, выглядит по определению. Тут стоят массы D, S и B кварков на диагонали. Все остальное нужно. То же самое для У. Только У поворачивается своей матрицей. Унитарной. У нее свои другие углы поворота. И эта матрица диагонализует матрицу верхних кварка. Но для У тут будет стоять МУ, МС, МТ. Понятно? То есть масса верхних кварков У, С, Т. Вот повернули и перешли от старого неправильного базиса, к хорошему правильному диагональному базису, так что эти поля описывают теперь фермионы с определенными массами. Но теперь надо это все повернуть и здесь тоже. Так? Ну и смотрим. Вот этот шлеп, значит, когда я тут стоит пси с чертой, пси с одинаковыми флейверами. Это просто кинетический член. Этого сейчас нет. Ну и поэтому, если я... Тут все стоят. И верхние, и нижние. Но ясно, что поскольку тут стоят все сопряженные на пси одинаковые, то когда я поверну, то это будет пси новое, в крест, в пси. А это единица, потому что это унитарная матрица. Ну поэтому просто штрихи снимаются и все. Это сейчас не трогаю. Здесь та же самая ситуация. Здесь стоят одинаковые. У с чертой, У там, Д с чертой, Д. Поэтому тоже штрихи снимаются на нейтральных штахах. И здесь то же самое. И поэтому они просто... Вот. А вот здесь нет. Где это? На заряженных. Потому что, когда я подставлю, здесь будет У на В крест У,
Вот эти зеркальские матрицы, они тут ни при чем. Мы вращаем по флэпу. А тут будет В, Д. И теперь эти не сокращаются на единицу. Потому что это, вообще говоря, разные унитарные матрицы. У них разные повороты, углы. Ну вот теперь, если я штрихи снял, и имею уже не штрихованные, то между ними застряет одна унитарная матрица, которая есть комбинация этих, она называется матрица Кабиба-Кабаяши-Маскава. Это три человека, из них два японца. Ну, поэтому я напишу вот именно так, с большими буквами. Тут будет стоять У с чертой, и тогда сумма по флейверам, она будет подразумеваться внутри больших букв. Тут будет стоять Д с чертой, в смысле, Д просто, нет, а между ними будет стоять матрица. А тут будет Д, и тут будет дубль В, например. Плюс эрмитово сопряжённый. Вот это все. Это уже конец истории. То есть, привели Лагранжан к человеческому виду. И еще из массовой матрицы, которая раздекана визовалась. Вот эти все маски, уже физические массы кварков, их перетащим сюда, и вот они стоят. А кроме того, там еще осталось, когда мы написали, что фи равно фи среднее, которое взяли как вот так обозначили стандартно. А здесь квантовые флуктуации. Я не помню, я то ли буквы сигма обозначал, то ли ро. Это флуктуации модуля. Так вот, стандартно будем сейчас писать букву H. Это хиггсовское поле квантовое. Его кванты – это массивная хиггсовская частица с массой, ну, скажем, 125 кг. Если то, что сейчас нашли на LHC, это он и есть. Так вот, это все тоже имеет. Вот это даст массу. А это останется, и вот это все переносится сюда, и вот тогда оно здесь выглядит вот так. Только константа вот эта перевыражена через массу W для удобства. А константа Юковская перевыражена через массу, мы об этом говорили. Там вершина была типа такого, какая-то константа Юковская, дальше было что-то типа Q, я так качественно пишу, фи, и другое Q. Тут было левое, а тут была какая-то правая. Так вот, это фи заменилось на вот что. Углы сняли, осталось только модуль. И вот эта константа F умножить на среднее, равное ита на корень из двух, оно дает массу фермиона. А вот это откуда? То ли переопределили букву H. Я же могу здесь... Хотя в кинетическом члене я не могу менять нормировку. У меня стоит кинетический член Дельфи крест, Дельфи. Он будет давать кинетический член поля H. Я не очень понимаю. Откуда появилась Ж на МВ? Значит, еще раз. Если я тут оставлю H, то он вот так, допустим, будет стоять. В
Будет фермион, H фермион, а тут будет константа F. Теперь мы берем F умножить на ита корень из двух, это есть масса. Значит, F равно, наоборот, ага, F равно корень из двух, масса, делить на ита. А ита теперь надо перевырезать через массу W. Понятно? Ну, мы писали, чего равна масса W через букву G и ита. Я уже не помню, но у вас есть. Ну и после этого подставили ита через массу W, получается это выражение. Ну, вроде это все. Все определено. Вот эта матрица 3 на 3 унитарная, но неизвестная. Какие еще неизвестные параметры сюда входят? Ну, входят масса всех кварков, электронов. Их надо померить. Сейчас про эту матрицу мы будем подробно говорить. Значит, кроме масс, да, входят буквы G и G штрих. Или что-то самое G и косинус Y. Два параметра. Мы об этом уже говорили. Что если вы через них выражаете массу W и масса Z и E. Это еще раз. У нас было G, G штрих, а, G, G штрих и ита. Три параметра. Через них выражается масса W, масса Z и электрический заряд. Поэтому считаю, что мы их измерили, мы все три буквы восстановим и будем знать G, угол Вайнберга и массу Z, и G штрих. Так. И поэтому, считая, что мы это знаем, единственное, что осталось, то, что сидит внутри матрицы смешивания. Я буду называть ее Кабаяши Москал. Мы же говорим, Кабиба Кабаяши Москал слишком длинно. Так, вот я бы хотел здесь сделать маленькую точку, потому что дальше будем только заниматься этой матрицей, и когда выясним, что там, как говорится, о ней можно сказать, сколько там неизвестных и так далее, то это будет уже полный конец. И Лагранжан будет раз и навсегда у нас готов. Но вот до обсуждения этой матрицы какие-то есть вопросы по этому Лагранжану, как он написан в таком виде? Еще раз повторю, в чем главный фокус, так сказать, всей деятельности. Первое, конечно, люди все это подобрали. Какие там группы надо ставить, СУ2 на У1. Я про колор сейчас не говорю, он само собой. Речь идет о слабом электромагнитном. Какие группы СУ2 на У1? Какие представления нужно загнать фермионы и потребовать калибровочной симметрии? Еще добавить хиггсовый дублет для того, чтобы этот хиггсовый дублет законденсировался, там спонтанное нарушение. И тогда оно дает массу всем векторным полям, кроме фотона и всем фермионам. Вот это, конечно, все подобрали руками. Но оправданием служит то, что по огромному количеству имеющихся уже экспериментальных данных предсказания этой модели все выполняются на эксперименте. Сейчас не найдено никаких явных нарушений. То, что называется новая физика. То есть что-то такое, чего бы невозможно было получить из этого Лагранжа. Я забыл добавить еще вот что. Это матрица смешивания кварка. Семейство кварка. Аналогичная матрица есть смешивающая три семейства лептонов. Это тоже 3 на 3 унитарная матрица, но вообще говоря, своя отдельная. Ну и поэтому по лептонам я уже не буду писать. Имеется в виду,
что тут стоит какая-то тоже 3 на 3 унитарная смешивающая матрица, которая смешивает первое, второе, третье семейство лептонов. Реально это приводит к тому, что масса нейтрино становится не нулевой. Потому что если она не смешивалась, то масса нейтрино была нулевой. Всех трех. А за счет смешивания можно ее получить не нулевой. Если у вас есть диагональная матрица, наверное, это не так. Ладно, не буду сейчас на это тратить. Короче, формально для лептона можем написать все совершенно аналогично, только со своей матрицей. Все. Так, теперь что нам еще нужно? Да, если у вас нет вопросов, то тогда мы займемся обсуждением свойств прежде всего этой матрицы. Про лептоны кое-что сейчас тоже уже намерили, но об этом потом и коротко. Основное у нас будет с кварками мы будем иметь дело, то есть с этой матрицей Кобаяши-Москава. Так получается, что нейтрино живые и жара равны, поскольку нейтрино заряда. Да, равны. То есть нейтрино имеет чисто левый ток. Только я не понимаю, почему тут стоит плюс. Может быть... Понимаете, определение гамма-5 у разных людей разные. У одного гамма-5, а у другого на этом же месте минус гамма-5. Это условность. Поэтому... А, это я неправильно посмотрел. Тут стоит живы, минус же. Вот тут стоит минус. Так, поэтому, когда ЖВ равно ЖА в нейтрино, то это чисто левый ток по такому. Ну, это ясно, вот еще, это же без всяких. Есть левая нейтрино, которая вместе с электроном образует изодуплет, то есть она имеет не нулевой изоспин, а с любым полем, имеющим изоспин, взаимодействует заряженный дублёр. А правая нейтрино, так же как и правый электрон, имеет изоспин 0 и с дублёром не взаимодействует. Ни этот, ни этот. Но у правого электрона есть гиперзаряд не нулевой, и он взаимодействует с полем B. Потом поле B есть комбинация из Z0A, и поэтому правый электрон взаимодействует и с фотоном, и с Z0. А правая нейтрино имеет гиперзаряд 0 тоже. И поэтому он не взаимодействует ни с заряженными W, ни с B, ни с W3. Он ни с кем не взаимодействует по слабому взаимодействию. У него все квантовые числа нулевые, и из-за спины гиперзаряд. Поэтому у него может быть только масса, а слабо взаимодействует. Он не участвует. Ну, поэтому нейтрино, который входит в эти формулы, это только левый нейтрино, автоматически. Правый не входит во взаимодействие ни с фотоном, ни с Z, ни с W. Заряжен. Так. Ну хорошо, тогда займемся свойствами этой матрицы. Здесь я... Нейтрино вообще ничего не взаимодействует.
Почему? Гравитационное взаимодействие. Гравитационное. Потому что гравитация взаимодействует с любым полем, имеющим энергию. Источником гравитации является центр энергии импульса. Поэтому в системе покоя, если бы у него масса была равна нулю, у него бы не было системы покоя вообще. Но когда он движется, имеет энергию, он уже действует с гравитацией. Но на самом деле в массовой матрице не сильно, у него могут быть маленькие массы, они максимум электрон-вольт из того, что на сегодня измерено, или меньше. Это еще не установилось точно. То есть правая неделя не может быть темной материи? Оно может быть темной материи, но качественно, да? Но его не хватает, чтобы объяснить. Оно есть, как говорится, но и слишком мало, и темной материи все, оно не объясняет только малую часть, поэтому вроде бы. Темная материя содержит в основном что-то другое. Так, да, вот это матрица. Начнем теперь ее обсуждать. И что-то унитарная 3 на 3 матрица. Унитарная означает вот такие условия. Например, в индексах это будет А, Б, Б, С, Дельта, А, С. Ну и здесь аналогично. То есть это 9 условий. Вот это 9 условий. Потому что тут торчат два индекса, каждый пробегает значение 1, 2, 3, это 3 на 3 матрица. И все 9 этих компонент равны вот чему. Задано. Ну, поэтому слово унитарности это 9 условий. Сколько там всего может быть? Если это 3 на 3 матрица, у нее 9 элементов, каждое есть комплексное число, это 18 вещественных параметров. Из них 9 убираются как независимые условия унитарности, остаются 9. Кроме того, там еще есть возможность покрутить и переопределить фермионные поля. Я не буду в этом. Это чисто математический вопрос. Я вам скажу просто ответ. Кто интересуется, например, у окуня, там где-то на полстраницы расписано и на страницу, как математически можно и почему что-то убрать лишнее. У окуня парка Христа? Последний. Последний. Я не помню, кто из них гвардия, кто Виктор. Свежий. Так? Поэтому я вам скажу только ответ. Это чисто формально математические, так сказать, рассуждения, физика тут не причем. Вот имейте, Лагранжан, и смотрите, какая есть свобода и как можно переопределить поля, чтобы по возможности убрать какие-то компоненты из этой матрицы и сколько независимых на самом деле останется. Так вот, независимых остается 4 всего. Теперь я их распишу живьем. Сначала стандартные обозначения, они выглядят так. Это просто обозначение, тождественное. Сейчас будем использовать, потому что если нам не нужны конкретные цифры, это просто числа, комплексные вообще, и с условием унитарности, которым они удовлетворяют, они не являются все независимыми. Так, тут будет ТД, ТС, ТБ. Это обозначение на самом деле. Так? Ну теперь вы можете написать, что в крест В равно единичной матрице, вы получите унитарность выглядит так.
сумма квадрата модуля по каждой строчке и сумма квадрата равна единице. Сумма квадрата модуля по каждому столбцу равна единице. Это 6 условий. И еще, если я возьму, например, вот эту строчку и вот эту, и сверну эту на эту сопряженную, плюс эту на эту сопряженную, плюс эту на эту сопряженную, это 0. И вот так для любых двух строчек. Ну вот так выглядят реальные условия угнетаемости, если вы распишете их в явном виде. Так, ну я еще раз говорю, что из одной унитарности там еще остается больше, чем нужно. И остальное кое-что можно убрать абелевскими переопределениями фаз фермиона. Остается настоящих независимых 4 штуки. Теперь я напишу... эти 4 штуки можно тождественно запараметризовать. Вот кто хочет... Particle data в любом году, это у меня, например, 10-й год, но если вы будете иметь, там, я не знаю, 2000-го года, то уже там это тоже стоит. Параметризация матрицы Калаяшина скала точная. Через 3 угла и 1 фазу. Вот 4 стандартных параметра. Физически, ну вот, например, давайте я упрощу. И, допустим, у нас не 3 семейства, а 2. Вот эта часть. У, Д, С, С. 2 семейства. Тогда матрица будет 2 на 2. И унитарная матрица 2 на 2 имеет один независимый параметр. Он называется угол кабины. То есть вы ее можете написать. Косинус кабины. Синус кабиба, минус синус кабиба, косинус кабиба. Вот она вся в общем виде, унитарная матрица 2 на 2. Этот угол физически описывает смешивание первых двух семейств. Первое семейство УД и второе ЦС. Это вот это хозяйство, под матрицей. СУ2-шная от СУ3-шная. Ну, поэтому для всех трех семейств эти три угла, которыми их можно тождественно запроектировать, это смешивание трех семейств. Один угол, это угол кабиба, смешивает первые два семейства. Второй угол смешивает, например, второе и третье семейство. И третий угол смешивает первое и третье семейство. Вот физически так себе. Удобно и правильно, в общем-то, представлять. Еще есть одна фаза, связанная с нарушением цепоинвариантности, мы о ней потом поговорим. Так. Ну, еще раз говорю, что можно прямо открыть хоть эту книжечку, хоть любую книжку, и там есть эта параметризация через синусы и косинусы этих трех углов. Она длинная, я ее не буду писать. Она реально в практической жизни не используется. Почти на сегодня. А есть приближенная параметризация Вольфенштейна. Она связана уже с числами. С тем, что эти три угла, они параметрически разные. Смешивание первого и второго семейства, то есть угол кабиба, он достаточно большой. Синус кабиба типа 0,2. Это какой угол? 1/5. Синус равен 1/5, значит угол равен 1/5, радиально. По-моему, это угол. Короче, синус кабиба равен 0,2. Да? Градуса сам не восстановит. А остальные углы, ну, грубо говоря, 10 раз меньше, потом еще 10 раз меньше. То есть оно, иерархия очень сильная. Самый маленький угол – это смешивание самых далеко стоящих с первого и третьего семейства. Самый большой угол – вот этот. Следующий будет вот этот.
А самый маленький первоострее. Ну вот используя это уже эмпирические, в смысле экспериментальные факты насчет конкретных чисел. Откуда взялись и как измеряются экспериментальные эти углы, мы будем дальше очень подробно обсуждать, из каких экспериментов все это было вытащено. Но используя вот эту иерархию, можно точное выражение приблизительно заменить по параметру малости. И вот Вассерштейн предложил, что он говорит, давайте ВУС, это будет приблизительно синус Кобеба, и он где-то 0,2. Теперь В ДБ, торжественно написано. Да, и вот это обозначается буквой лямбда. Вот что такое лямбда. Это что-то типа 1/5. Это уже маленькое число. И вот оно служит основным параметром. Теперь мы говорим. Вот это смешивание второго и третьего поколения рассматривается, вот это рассматривается как первый порядок малости. Смешивание первого и второго поколения. Смешивание второго и третьего поколения рассматривается как второй порядок малости. То есть пишется лямбда квадрат. Но поскольку это не точно, то пишется здесь некоторый коэффициент А, который морально порядка единицы. Он уже не параметрически маленький. Вот малость выделена. Идея в этом. Понятно? Что если смешивание первого и второго поколения, то есть угол Кобеба, взять за первый порядок малости и обозначить лямбдой, то смешивание второго и третьего поколения будет уже второго порядка малости. Поэтому выделяется явно лямбда квадрат, а оставшийся коэффициент уже порядка единиц. Реально он где-то 0,8, что вполне адекватно. И, наконец, смешивание первого и третьего поколения, это, например, вот этот коэффициент, видно? Он третьего порядка малость. Поэтому он пишется лямбда куб. Немножко по-другому еще эти буквы водятся, сейчас вспомню. Проще посмотреть, тут все это есть. Я боюсь напутаться, поэтому лучше я перепишу. Вот, как говорится, мы сказали, 181 стрелец. То, что я буду рассказывать, тут все, кстати, есть. Унитарность этой матрицы и ее используемая параметризация. Точная запись через три угла и приближенная вассерштейновская параметризация. Так вот. Ага. Вот это нетривиальные элементы, так? Остальные, значит, вот это косинус, он есть приблизительно, он есть приблизительно единица минус корень квадратный, единица минус синус квадрат, поэтому он приблизительно вот такой.
сильно затопляют. То же самое в отеле. Он тоже такой же. А этот вообще... Ну что такое лямбда? Лямбда 1/5, поэтому это 1/50. Это отклонение от единицы на 2%. Видно? А этот еще ближе к единице со страшной силой, потому что углы, которые тут стоят и отклоняют его от единицы, вот эти, они еще меньше. Поэтому это единица там отклоняется от единицы, ну, может быть, в четвертом, наверное, знаке. Нетрудно посмотреть. Поэтому я пишу явно только те элементы, вот эти и вот эти. Вот они параметризуются буквой А и параметрами роида. Вместо параметров роида, вот это, можете написать сигма и в степени и гамма. Это модули фазы этого числа. Так вот, то, что я говорил про числа, это относится к модулю. Фазы – это отдельное хозяйство, мы о них будем чуть больше говорить. Ну, просто конкретно, если подставить, то... Мне лучше прямо вот так написать, чтобы было. Вот это приблизительно 0,04. Вот это где-то раз 10 меньше. Может, 9 раз. Я даю вам для ориентации просто чисто. Это приблизительно лямбда. А это приблизительно минус лямбда по унитарности. Короче, если вы задали, например, вот эту часть, то унитарность вам задаст левую, вот эту часть, не перевернутую. Поэтому если это лямбда, то это приблизительно минус лямбда, а поправки уже высшего порядка малости. Если вы задали ВЦБ и ВУБ, то вы получите вот эти. Вот это приблизительно равно минус эти. Так? А в ВТТ он написан явный вид. Вот. Это, то, что это выражается через эти, это следствие унитарности, что они не являются независимыми. Независимым здесь всего 4 параметра. Ну вот это число, оно где-то... по модулю 2,08, что ли. Кроме косинуса Кабиба, вернее, кроме синуса Кабиба 1/5, все остальные существенно меньше. Видите, это 5 это 50 соток, да? А это 4 сотки, 10 раз меньше. А это еще 10 раз меньше. Вот такая иерархия есть, и поэтому она позволяет разумно, упрощенно параметризовать всю эту матрицу. Но это, еще раз повторяю, следствие экспериментальных измерений этих углов. Теория тут ничего заранее не предсказывает, чему они равны. Так. Ну и, наконец, про фазы. Значит, стандартно... Вот эта формула, так, чтобы тут стереть, сначала напишу точное определение фаз. Независимых фаз одна. Три угла и одна фаза. Это угол гамма. Это фаза вот этого матричного элемента В, У, Б. Так? Теперь В, Т, Д, это угол В.
Это есть две конвенции для обозначения этих углов. Одна американская, другая японская. Одна из Бабара, а другая из Беля в каком-то смысле. Так? Но на самом деле она не из Беля, а японская конвенция – это те обозначения, которые исходно ввели Кобаяши Москал. А американцы потом сами переобозначили. Так вот, альфа-бета, в смысле бета-гамма, и еще угол альфа, это три угла треугольника, сейчас мы его нарисуем. А в треугольнике сумма трех углов равна 2. Так вот это американские обозначения, флаковские, по сути. Так? А японские обозначения фи1, фи2, фи3 вместо этого. Только чтобы не спутаться, значит, бета. Кто из них один, а кто два, кто три. Бета. Так, ну-ка посмотрите, я даже в очках не вижу. Вот тут одно и то, и другое, а? Пи? А не два пи? А, пардон. Перепутал. Бета это фи1? Фи3 это гамма. Гамма это фи3, ну значит альфа это фи2. Так вот эти фи – это обозначения исходные, которые Кобаяши Москава ввели до всяких экспериментов, это было давным-давно, и ничего не было еще известно. А вот это флаковские обозначения. Альфа – это фаза комнаты. Альфа. Ну, буквально в отдельности никакого. Это может быть какое-то произведение матричных элементов. Можно выразить через фазу альфа. А, теперь нарисуем треугольник унитарности. Это наглядная и удобная вещь, чтобы себе наглядно представлять. Я это сотру. Значит, каждое число, вот это, комплексное, изображается на плоскости как вектор. Понятно? Стандартно. А условия унитарности дают связь между этими векторами. Унитарности много, штук 9, то вы получите выражение такого типа. Вот, например, скажем, вот если взять эту строчку и свернуть с этой сопряженной, то будет 0. Ну, напишем. ВУД на В сопряженной СД плюс ВУС на В сопряженной СС. Я не уверен, что это то, которое обычно используется, но оно в любом случае правильно. И наконец ВУБ на В сопряженное СБ равно 0. Вот это есть одно комплексное число. Это второе, а это третье. Их сумма равна 0, значит, они замыкают треугольник. Вот это называется треугольник унитарности. Так, давайте я посмотрю, где этот треугольник. Какой именно треугольник самый удобный. Вот сюда входит. Так мелко, что я даже в очках не вижу. Да, вроде бы вот то, что я написал,
Это как раз самое удобное соотношение летальности. Вот это. Дело вот, почему оно самое удобное? Эти три числа по модулю, они не сильно отличаются, поэтому треугольник хороший. А если взять другие, то там получается так, что два числа приблизительно равны и противоположны, а третья очень маленькая, поэтому треугольник получается вот такой. Некрасиво просто. Только по этой причине вот это в основном рисуется. Ну и сейчас нарисуем. Значит, вот сюда складывается ВСБ. ВСБ, ВСД. Что это так? Я тут такого не вижу. Я не тот, что написал, напрасно я сказал. Значит, должно быть ВСБ и ВСД. ВСБ и ВСД. А, ну значит, надо перемножить этот столбец на это. Давайте напишем. Не то взял. Это тоже, конечно, правильно, но вопрос в том, чтобы найти такое, чтобы все три числа были, ну, приблизительно одинаковые, тогда будет хороший выпуклый треугольник. Только вот с этой целью. Значит, перемножим это на это сопряженное. Например, ВУД на В. Ну пусть будет вот это сопряженное, а это нет. ВСД и ВСБ и ВТД на ВТБ. Вот это разрисуем. Ну, я вам цифры дал, поэтому можете сами подставить и увидеть, что, например, в этом соотношении вот это большие два числа. В первом приближении можно вот это все третье поколение выкинуть и оставить только угол кабибов, самый большой. Вот эти четыре числа. Синус и косинус кабибов. Это вот эти. А это, видите, оба из третьего поколения. Это число, там раз 100 или более того, меньше, чем эти два. Поэтому эти два приблизительно сокращают друг друга. А это очень маленькое, получается вот такой треугольничек. А здесь все более-менее одинаково по модулю, поэтому хороший получается треугольник. Его только и рисуют. Теперь. Вот это выносится, то есть на него все делим. И откладываем его здесь, и это будет единица. Понятно, да? Беру все, делю на вот это число. По модулю. Оно практически вещественно. Приближение Вольфенштейна, у него мнимая часть очень маленькая, так что в модуле. Да. Теперь. Вот это число, оно будет вот так, а второе будет вот так. Может чуть-чуть загнем. Значит, практически. Вот это угол метра, вот это угол камня, а вот это угол альфа. Так вот, реально, в числах, бета где-то 23, по-моему, градуса, гамма приблизительно, ну, я характерные числа пишу.
Вот это недалеко от эллисизма, реальная ситуация. Ну, совсем грубо говоря, бета где-то 20 градусов, гамма 70, альфа 90. Вот что-то в этом время. Но бета на сегодня измерено очень точно. Это был первый, самый главный результат из Бафара и Билли, для этого построили Бафару. Мы будем потом обсуждать, почему угол бета можно измерить очень точно, модельно независимо. Остальные углы измерить очень тяжело уже. Но на сегодня, так кажется, не выйдем так катально, постепенно. Нужно измерить два угла из трех, потому что их сумма равна π. Но хотя она равна π, понимаете, это в модели Кобаяши-Москава. Когда вы сказали, что у нас ровно три семейства, и они смешиваются до унитарной матрицы 3 на 3, и тогда будет вот то, что нарисовано. Но никто точно же не может гарантировать, а вдруг есть какое-то четвертое семейство, тяжелое, которое мы не видим пока. И оно, на самом деле, это будет унитарная матрица 4 на 4. Просто смешивание с четвертым семейством, углы будут совсем маленькие. И на самом деле этот треугольник не замкнется, а тут будет четвертая сторона, это будет, ну, это не четырехугольник, а как его назвать? Ну, понятно, о чем я говорю, что это будет на самом деле вот так фигура. Вот это будет маленькая сторона за счет вклада четвертого поколения, семейства. Это нельзя исключить, если это достаточно маленькая, то оно на эксперименте пока не видно. Поэтому условие, что вот это равно π, оно включает предположение, что этого нет вклада, что это ровно унитарный треугольник по трех семействам. Это надо проверять тоже, что этого нет. С той точностью, с которой сегодня измерено, тут есть плюс-минусы. Вот тут маленький плюс-минус. Там меньше 1 градуса. А здесь плюс-минусы приличные. Ну, здесь, я не знаю, там, ну, оптимистично 7 градусов плюс-минус. А тут еще хуже. Ну, поэтому точность на сегодня по проверке, она не важна. Тяжело очень измерять. Не в смысле, что... В смысле, вам нужно, понимаете, сильное взаимодействие, оно как измеряется? Из распада в бомизон. Но это же адроны. Это же не кварки, которые вы меряете, а адроны. И там сильное взаимодействие между кварками, оно замазывает, по теории, точно не удается предсказать. В исключительных случаях, и сюда относится вот это, есть такие моды распада, где теоретические неопределенности за счет сильного взаимодействия очень маленькие. Тогда можно сказать, что вот померьте это, возьмите отношение и получите угол бета. Так и сделали. И это был первый, самый главный эксперимент для цели. С этой целью строили бы фабрики. А остальные углы нет таких хороших мод, где бы теоретические неопределенности за счет сильного взаимодействия были такие же маленькие, как в этой золотой моде, которая позволяет измерить угол бета. Ну, поэтому мерят много, комбинируют и так далее. И постепенно, конечно, набор статистики точность улучшается, но пока что она не важна. Ну, вот такая реальная ситуация. Так, ну тогда спрашивай. А, последнее, что я хотел сказать, это насчет квантовых чисел. Я на этом раньше не делал упор, а сейчас, пожалуй, стоит подчеркнуть. Начнем с электромагнитного взаимодействия. Вы видите, тут векторный ток, чисто векторный, да? Поэтому, если мы сделаем преобразование, поговорим о P-четности, C-четности и CPT, дискретной симметрии. Так вот, если у меня нет слабого, а есть только электромагнитное взаимодействие и еще сильное взаимодействие,
где вместо этого стоит Леон, и тут еще стоит матрица световая. Но ток тоже чисто векторный, как это, нет гамма, мю гамма 5, экзально-векторных нет такого. Так, что у нас с перерывом? Уже было? Тогда скажите мне, когда надо вообще закончить, на 5 минут раньше заходить. Но поскольку электродинамика и КХД качественно в этом плане одинаковы, в смысле закона сохранения всяких Т-чётность, да? Считается, что все произведение равно единице, потому что это инвариантность по произведению ЦПТ, она держится на очень общих предположениях. Нужна Лоренц-инвариантность, локальность. Может, еще унитарность, не помню. А может быть, и достаточно локальности, и лоренц-инвариантности. Понимаете, самые общие такие предположения, которые на сегодня проверены со страшной точностью, но, как всегда, все, что можно проверить, имеет не нулевой плюс-минус. Короче, это мы закладываем. Поскольку Лагранжан этим условиям удовлетворяет лоренц-инвариантность и локальность. Здесь все поля, которые входят, они находятся в одной точке. U от x, U с чертой от x, W от x. Понятно, да? Интеграл по dx. Но все три поля, сходящиеся вершины, взаимодействие идет локально в одной точке. Тут могло быть, понимаете, какая-то нелокальность. Что тут точка x, y, z, и тут какая-то функция, форфактор. И все это будет нелокально. Такого нет. Короче, наш Лагранжан и КХД, и электродинамика, и СВАБ удовлетворяют условиям, при которых выполняется ЦПТ-теорема. Но что касается отдельно, это другое дело. Электродинамика и КХД уважают отдельно P, отдельно C, отдельно T. Ну вот смотрим, вот векторный ток, с которым взаимодействует фотон. У него квантовые числа, электромагнитный ток, вот этот, с гамма-мю. У него квантовые числа, он понечетный, это нечетный. А это его спин, что это векторный ток со спином единицы. Я считаю, что вы это знаете, что вот эта комбинация при почетности ведет себя как вектор. Как, ну да, это называется вектор, P нечетный, а именно V0, ну или это четырехвектор, электромагнитный ток. Но это относится к любому четырехвектору, поэтому я его четырехвектор обозначу так. У него есть нулевая временная компонента и есть три пространственные. Так вот, при почетности это не меняет знак, а это меняет знак. Вот реальное поведение всех четырех компонент истинного четырех вектора. Сюда относится электромагнитный ток. Вот это называют понечетным поведением, ориентировка идет сюда на трехмерную сеть. А аксиальный ток, вот этот, гамма-мю, гамма-пять, он ведет себя противоположно. Я это все стираю. Это вектор. Аксиал. Идет все ровно наоборот, по почетности, по инверсии. Значит, что такое почетность? Время мы не меняем, а координаты выворачиваем пространственные. Вот это преобразование, инверсия координат или, короче, почетность. Стандартная. Так вот, аксиал ведет все наоборот. У него нулевая компонента меняет знак. Трехмерная нет.
в этом выписывается почетность плюс единица. Называется почетным, а у вектора понечетным. Или еще называют истинный вектор, вот это. А это называют псевдовектор. В том смысле, что по поворотам Лоренца и то, и другое вектор. Спин единица. Но по инверсии координат они ведут себя по-разному. И это называют псевдовектором. Но псевдовектор и официальный вектор – это торжественно одно и то же. Просто два названия одного и того же. Теперь, по цель-четности, когда заменяют фермион на антифермион, векторный круг меняет знак как целое. Все четыре компонента. А аксиальный ток, наоборот, не меняет знак как целое. Поэтому аксиальный ток все четный, а векторный ток все не четный. Фотон, поле амюфотона, она ведется так же, как электромагнитный вот этот ток. То есть у него такие же квантовые числа. Но поэтому произведение при почетности, они ведут себя одинаково. И по всей четности одинаково. Поэтому это инвариант. То есть, другими словами, электромагнитное взаимодействие сохраняет отдельную почетность, награждённую инвариантом по преобразованию инверсии координат. И отдельно цель четность. Понятно, о чем это? То же самое относится к сильному взаимодействию, потому что от того, что тут поставите несколько фотонов, а тут поставите матрицу цветовую, это все относится к Лоренц-свойству. И цвет тут совершенно ни при чем, это ортогональное пространство. Так что как хотели, все то же самое. А вот слабое взаимодействие не все то же самое. Вот тут входит комбинация из векторного тока гамма-мю на единицу. И эксцельно-векторного видно, но они входят с определенной пропорцией, но важно, что они входят оба. Но у них разные квантовые числа. А W, который тут стоит, у них общий. Поэтому вы можете приписать W какие-то квантовые числа, ну, например, или вектора, или псевдовектора, но тут стоит, но вот это общий, а тут сумма двух разных по квантовым числам такого. Поэтому в слабом взаимодействии нарушаются почет. Но обычно W, условно говоря, приписывают квантовые числа вот типа 1 минус минус. Ну тогда вот эта векторная часть, она так же, как фотон, сохраняется. И P отдельно, и C отдельно. Но аксиальная векторная часть нарушает. Понятно, о чем я говорю? Если вы берете вот такой ток, ну, мне просто одной буквы. Вот у меня стоит аксиальный ток, вот этот, гамма-мю, гамма-5. На W-мю. Ну, например, у него такие же квантовые числа, как у фотона. И это тогда будет выглядеть вот таким взаимодействием. При почетности они ведут себя не одинаково. И при сочетности тоже. При сочетности этот меняет знак, а этот нет. Все вместе меняет знак, награждан не инвариант. Это значит, что он явно нарушает сочетность. То же самое почетность. Так вот это качественно новое явление, чего не было ни в сильном, ни в электромагнитном. А есть только в слабом взаимодействии. Что нарушается, причем сильно нарушается. Коэффициенты, это же не то, что у вас гамма-мю входит с большим коэффициентом, а гамма-мю, гамма-5 с маленьким. Понимаете? Если бы у вас был такой же. Гамма-мю, а тут стояла единица, минус 1/1000 гамма-5. То это сильно нарушает С и П. Но немножко, да? Но здесь же стоит единица, один к одному. На 100% нарушается, немало. Так, об этом стоит поговорить, еще история была совершенно драматическая со всем этим
Еще 5 минут, кажется, да? Хорошо. Так вот, я тогда скажу 2 слова. Это кровопролитная история по установлению правильного режима слабого взаимодействия, потому что она несколько раз прыгала в противоположные стороны за счет неправильных экспериментов, между прочим. Исторически первой это была модель Ферми, который предположил, было ясно, что это очень короткодействующее взаимодействие. Ну и, грубо говоря, Ферми предположил, что вот тут будет чисто векторный ток, по аналогии с электродинамикой. Это было еще до Второй мировой войны, я не помню в каком году. Ну, поэтому, естественно, мало чего люди знали экспериментально. И по аналогии с электродинамикой он предположил, что слабое взаимодействие чисто векторное. И были кое-какие эксперименты и так далее, которые вроде это подтверждают. А потом появились эксперименты, ну, потом теоретики начали развлекаться и говорят, ну, почему мы берем только векторные токи? Да мы можем взять что угодно, можем взять скалярные токи, там, тензорные токи, в смысле, вместо ГММУ поставить сюда единичную матрицу или поставить матрицу сигма-меню. А тут будет какое-то тензорное поле. Что угодно, если вы ничего не знаете, вы можете придумывать. Вот. Ну, но если вы задали на Грунжан, то вы можете предсказать для эксперимента, как будут выглядеть угловые распределения там, такого-то распада и так далее. Эксперимент может это проверить. Так вот, сначала эксперименты там, по бета-распадам и так далее подтверждали вроде фермерскую модель, что токи вектор. Слабо распад. А потом появились эксперименты, которые сказали, нет, предыдущие были неправильные, вот мы правильно померили и видим, что у нас скалярные токи и тензорные. И это продолжалось сколько-то лет, пока снова третий цикл экспериментов сказал, нет, все, что ваши скалярные тензорные, просто неправильно намерено, а векторные правильно. Ну и эта часть утряслась, а потом появились эксперименты по распадам нейтральных комизонов. И почему-то, а тогда еще не знали, что кануль и антикануль разные частицы. Давно это было, понимаете? И смотрят, эти нейтральные комизоны иногда распадаются на 2 пиона, а иногда на 3. Сейчас, как это выглядит? Это вы сейчас знаете, что есть КЛ и КС, что это разные 2 частицы. А тогда считали, что это 1 частица. Это не прямая. Нет, ЦП тут ни при чем нарушение. Это нарушение почетности. Речь идет о нарушении почетности. Сейчас я вспомню, какой это был... Эксперимент, черт, не помню. Короче, эти К-нейтральные, по-моему, нейтральные, я уже все перепутал, забыл, значит, они как-то в одних случаях распадались так, что у них как бы, например, почетность положительная у К-мезона, нейтральная. А в других случаях так, ну, по распаду получалось, что оно должно быть отрицательно. И были такие распады, и такие. Что-то в этом роде, да? Ну, все стояли на ушах и говорили, ну, не может быть. Частицы привыкли, если же электромагнитное взаимодействие сохраняет четность, сильное взаимодействие сохраняет четность, поэтому у каждой частицы должна быть определенная почетность. А тут эти комбинезоны ведут себя так, как будто как хотят, так и это самое. Такая у них и почетность. Ну и никто не мог ничего понять. Это был 56-й год. Ли Янг. Написали статью, там перечислили, там 5 предложений, почему вот такое
странное поведение. Что вот можно быть по этой причине, по этой, из них, из этих пяти, четыре было неправильное предположение, а одно было состояло в том, что в слабом взаимодействии почетность нарушается. Это было, ну, вы не можете себе представить, насколько это дико звучало, потому что каждому человеку казалось бы совершенно очевидным, что если правое заменить на левое, то это дело условное. И в природе почетность сохраняется, тем более, что во всех экспериментах по электромагнитному и сильному взаимодействию это все было проверено с огромной точностью. Ну, короче, нарушение почетности в слабом взаимодействии, конечно, выглядело фантастической такой мыслью. Но эти же Ли и Янг предложили эксперимент, который можно это проверить. Бета-распад нейтрона, но только поляризован. Эти нарушения, о которых идет речь... Это создали магнитное поле? Нет, магнитное поле... Нам нужна поляризация нейтрона. Вот если у вас спин нейтрона поляризован, когда он распадается по бета-распаду, нейтрон распадается на протон, электрон и антинейтрино. Так вот, направление, вот система Бакуя, направление вылета электрона скоррелировано с направлением спина нейтрона. Например, ну, в смысле так, если почетность сохраняется, и спин нейтрона торчит вверх, то число электронов, вылетающих в верхнюю полусферу и в нижнюю, будет одинаково. А если почетность не сохраняется, появляются корреляции типа спин нейтрона на импульс электрона. При инверсии координат импульс меняет знак, а спин нет. Поэтому это корреляция понечетная, то, что называется. Понятно, о чем я? Если при ней стоит коэффициент амплитуда не равная нулю, то у вас на эксперименте это будет проявляться так, что доля электронов, летящих в верхнюю полусферу по спину нейтрона и противоположно, будет не одинаковой. И вот это можно проверять экспериментально. И я предложил, если сможете, мол, сделать поляризованные нейтроны и измерять бета-распад, и измерять угловое распределение электронов, летящих вдоль, ну, верхнюю и нижнюю полусферу, то нарушение почетности означает, что у вас в амплитуде есть член такого типа, почетный, а есть член понечетный. И в квадрате модуля у вас будет нетерфинационный понечетный вклад, меняющий знак. И он приведет к тому, что число электронов, летящих вверх и вниз, не одинаково. На следующий же год, 57-й, мадам Ву, экспериментаторша, со своей группой сделала такой эксперимент. А эффекты нарушения не маленькие, как мы сейчас понимаем, они 100%. И нашла, что да, еще как. Это проблема была только в том, чтобы сделать поляризованный нейтрон. Это не просто экспериментально. А как только вы это научились делать, то измерить уже угловое распределение электронов легко. Короче, да. Вот так экспериментально открыли нарушение почетности, и потом на следующий год сразу всем троим дали Нобелевскую премию. И было за что, конечно. Ладно, я думаю, мы на сегодня пока закончим.